Добро пожаловать на канал HardTrustInfo. В данном видео я вам расскажу, как добавить и удалить аккаунт Google на телефоне Kabot King Kong X. Для этого откроем меню приложения и выберем приложение настройки. После этого найдем пункт пароли и аккаунт. Нажмем на него. После этого выберем пункт добавить аккаунт и добавить аккаунт Google. Идет проверка. Нажмем создать аккаунт для личного использования. Нажмем имя. Придем далее. Укажем год. И нажмем далее. Нажмем создать адрес Gmail. После этого напишем название нашего аккаунта. Нажмем далее и напишем пароль. И нажмем далее. После этого прокручиваем вниз и нажмем пропустить. Нажмем далее. Нажмем быстрая настройка в один шаг. И принять все в правом нижнем углу. После этого в правом нижнем углу нажимаем подтвердить. Продействуя вниз, в правом нижнем углу также нажимаем принимаю. Идет загрузка сервиса в Google. И как вы можете заметить, у нас есть два аккаунта Google. Для того, чтобы удалить, зажимаем на аккаунт. Нас переносит в аккаунт Google и нажимаем удалить аккаунт. И в правом нижнем углу нажимаем удалить аккаунт. Аккаунт удален. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!